Пробный ЕГЭ в Махачкале прошел без школьников. Сотрудники пунктов проведения экзамена примерили на себя роль выпускников. Так проверяли уровень подготовленности и организации технической процедуры сдачи экзаменов. Руководители всех 67 пунктов проведения экзамена проверяли готовность оборудования и электронных носителей. Условия были максимально приближены к реальным. Перед экзаменом каждое помещение будет тщательно продезинфицировано. В качестве дополнительных мер безопасности – обеззараживающие вещества и средства индивидуальной защиты. Сохранится и социальное дистанцирование. Школьники будут сидеть друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 3 июля. В республике экзамен намерены сдать порядка 11 тысяч выпускников.